Здравствуйте! Вас приветствует вечерний Нордик, и это «Взгляд снизу». Как вы видите, с нами звезда мирового масштаба. Представьтесь. Меня зовут Глеб. Алиса. Галич и Стас. Как зовут Деда Мороза? Дедушка Мороз. Санта. Я не знаю, как его зовут. Степан. Ич. Ич. Его, может, зовут Санта-Клаус еще. Илья, Игорь, может быть, так. Не знаю. Паков Миф. Не знаю, Дед Мороз так и зовут. Как ты думаешь, почему? Потому что зима, мороз, и он только зимой летает. Его зовут мистер Король Зимы. Наверное, Вася. А как отчество? Васильевич. Тёпа, Матвей, Александр. Как зовут Дедушку Мороза? А вы можете прислать смс с номером на короткий номер 7737 и прислать свои варианты ответа. Ну, разные имена есть. Мороз тоже. Дедушка Мороз. Путин. Наверное, хорошие подарки нас ждут. Нет. Чем мама и папа занимаются на работе, пока ты в садике? Работают без обеда, без выходных. Я уже в школе, а мама на работе. Она что-то в компьютере делает. Работают. Валяют дурака. Папа ездит по разным квартирам, мерит, кухня. Он замерщик у меня. Он рулит, он директор грузов, он командует, чтоб перевозили всякие грузы. А мама бухгалтер, она вот в кабинете, потому что там просчитывает там какие-то зарплаты. Да, он рулит. Мама забирает справки у тех, которые хотят попасть в нашу страну. Дает всем лекарства, а папа рулит кораблем. Мама разыскивает клиентов, чтобы доставить им товары. А какие таблетки мама дает людям? Разные. Красные или синие? Белые. А какие товары мама хочет предложить своим клиентам, которых разыскивает? Стулья, тазы, столы. Мама не работает, а папа что-то пишет. Мама сидит около компьютера и выполняет заказы, а папа рулит. Скажи-ка мне, чем ты занимаешься в школе? Играю, иногда меня бесят мои одноклассники. У меня два любимых занятия – ЕЗО и технология. Да, это труд, только больный. Дай очки померить. Глеб, как я тебе? Смешной. Как ты думаешь, Дед Мороз проникает в квартиру? Дед Мороз не проникает, а проникает помощник. У него есть такой песок, он его пускает в окно. И окно как бы исчезает. Помощник берет письмо, и опять окно появляется. И он улетает. А Дед Мороз на стрёме в это время? Ну, по свистку работаем. Нет, он ждет, и он иногда может сам приходить. Я думаю, что он вообще не проникает, просто он на двору встает, подарок так, если, ну, он открывает дверь, подарок там кидает куда-то. С ноги открывает дверь? Да. Он ее взламывает. Ломиком или с ноги? С ноги. И подарок в голову, да, жителям? Нет. На диван кладет, если он есть. Аккуратно. Или бросает с ноги? Бросает с ноги. Песочек можно найти на пляже, а волшебную я не знаю где. Лучше всего искать в дюнах. Он может забраться на крышу и пролезть через... через трубу. Выхлопную? Да. А как ты думаешь, чаще всего через какое окно он проникает? В гостиной. Где балкон? Да. А через трубу почему реже всего? Потому что сейчас ни у кого нет трубы. Как выглядит самое волшебное окно? Квадратно. Ну, это когда окно темное, когда за окном какие-нибудь елка красивая, фонари горят. Ну, красивое окно. Квадратная. Хотя треугольная. Оно выглядит, на нем находится Дед Мороз с санями, в которых находятся все дети всего мира. Это окно. Это окно. Окно. Они голубые, и на них нарисованы снеговики. Думаешь, Дед Мороз проезжает в... Кто такой Йолопуки? Не знаю. Это монстр. Я думаю, что это какой-то косолапый медведь. Это елочка, которую зовут Пуки. А как ее найти?
Хорошо, иди по лесу, она сама к тебе придет. Кричать: пауки, пауки! Да. Что ты попросила бы у Деда Мороза на Новый год? Я бы у него попросил настоящие крылья, с которыми я могла летать в школу. iPhone 6. Лайфтайфон 4. Тебя. Это лучший подарок наш. Квестов подарок. Дедушка Мороз, я прошу на Новый год iPhone 6. Твое самое любимое новогоднее блюдо? Маггинсы. С каким соусом? Соусом. Сырным. Печенье. Панчита. Ну, вы не знаете такое? Что такое Nordic School одним словом? Это как жизнь, это радость, это мечта. Скандинавская школа. Это самое хорошее и любимое мое место. Это радость. Это любое счастье ребенка. Ну, счастье ребенка. Мне очень нравится. Понравилось очень на Nordic School. Я первый раз, мне очень понравилось. Столько впечатлений. Любовь? Не знаю. Весело. Мне понравилась Настя. Это английская школа. Классная школа. Ну, школа. Радость. Веселье. Скандинавская школа. В гугле посмотрел. Я знак перевод. Что такое вечернее окно? Это окно в виде звезды. Хорошо и нормальное. Ну, то есть и хорошо, и нормально. Когда за окном вечер. Ну. Лучшего ответа предположить невозможно. Что ты пожелаешь миру на Новый год? Миру? Добра и счастья. Тебя. Хотя еще фуфулик. Ну ладно. Всему миру? Нет, счастье. Подарить всему миру. А меня? Нет, себя оставить. Ну да, потому что мы... Ну, когда мы были в детстве, я ходила еще в садик, и мы с Вовой так дружили, и мы слили у кого, ну, крысы. Мама нам сливала фуфулки, и мы так дрались с ними, пока они не разбивались. Не знаю, чтобы было все хорошо в мире. Я бы пожелала, чтобы они не болели, и чтобы никакие злые чудовища к ним не приходили. Гору счастья. И еще гору хорошего настроения. Чтоб никогда никто не болел. На Новый год я хочу пожелать всему миру, чтобы не было войны, и чтобы на Украине все было хорошо и везде. Счастья, здоровья, всем хорошим подарком. Ну, чтобы было все спокойно и был мир на планете. Конфеты, сладости, игры, которые не хотят. Автоматы какие-нибудь для мальчика. Куклы. Добра, счастья.